мы оказались в совсем чистой комнатке. По-видимому, здесь был трикотажный цех, так как здесь висит расписание его работы. Скорее всего, здесь была секретарская какая-нибудь административная, поскольку он сохранял это, слабо звонит. Кстати, ну, вообще-то, все да. часы в этом здании остановились ровно на 9:30. Да, что удивительно. Но, в принципе, учитывая то, что часы электрические, это можно объяснить. В общем, в 9:30, когда-то здесь, в 90-м каком-нибудь году, отрубили электричество. В 93-м, похоже, потому что самые поздние календарики, какие мы здесь нашли, были за 93-й год. Ну ладно, идем дальше. Увидимся.